9 октября Кубань отметила 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой памятной даты славянским ветеранам были вручены памятные подарки – мобильные телефоны с бесплатным тарифом. Сегодня в Славянском районе проживает 31 ветеран Великой Отечественной войны. Ко дню освобождения Краснодарского края в рамках партийного проекта «Единой России» ветеранам войны были вручены в подарок сотовые телефоны с крупными экранами и кнопками. Телефоны подключены к бесплатному пожизненному тарифу «Ветеран». Совершать звонки по нему можно на территории всей России. Я очень рад, что вы не забываете нас. Дай Бог вам всем вам и вам, руководителям, спасибо, добра, счастья, успехов, а самое главное – здоровья, чтобы вы никогда не болели. Это основное. Всему коллективу. Спасибо. Вручение телефонов проводят главы поселения, депутаты, молодежный актив района. Со словами благодарности и поздравлениями 77-й годовщины освобождения Кубани ветеранам войны Василию Васильевичу Вертелю и Филиппу Ананьевичу Дрееву подарок вручили глава Славянского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. Здоровья вам крепкого, и вас, мира, добра, благополучия, долголетия, Ананья, долголетия. Вот от губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева, от партии «Единая Россия». Вот такой маленький подарочек, телефон. Здесь стоит тариф «Ветеран». Можно практически тут звонить, разговаривать, общаться с родственниками, с сыном, да, с внуками, с правнуками.